Ну что, супчик 15-минутка, как я его называю, готов. Здесь у меня картофель, нут, лук, брокколи, брюссельская капуста и рыбка. У меня здесь треска, если не ошибаюсь. Ну, получилось очень вкусно. И специи добавила соль, немножко перчика, желтый цветок и хмели сунели. Обожаю такие супчики, готовятся быстро и очень вкусные. Замечательно. Очень вкусные.